Огурец. Классификация разнообразия. Огурец – растение семейства тыквенных, кукурбитасия, рода огурец обыкновенный, кукумис сативус. Он делится на 5 видов. Полевые огурцы, кожура которых покрыта мелкими шипами. Тепличные огурцы с очень гладкой кожурой. Огурцы типа сиким с красно-оранжевой кожурой. Огурцы с очень маленькими плодами для консервации, как корнишоны. Огурцы круглые. Опыление. Огурец – однодомное растение, то есть на одном и том же растении есть мужские и женские цветки. Женские цветки имеют завязь, которая находится под цветком. Речь идет о мини-огурце, который вырастет после опыления. Мужские цветки появляются первыми и расположены в конце длинных стеблей. Цветки открываются только один день. Они могут быть самоопыляемыми, то есть женский цветок может быть оплодотворен пыльцой мужского цветка того же растения. Но преобладает перекрестное оплодотворение между разными растениями. Именно насекомые, в частности пчелы, опыляют цветки огурца. Все сорта вида Cucumis sativus скрещиваются друг с другом. Однако они не скрещиваются с дыней, арбузом или тыквой. Чтобы избежать нежелательного скрещивания, два сорта огурцов должны быть разделены дистанцией в 1 километр. Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как живая изгородь. Существует несколько способов получения семян огурцов разных сортов, выращенных в саду рядом друг с другом. Первый метод состоит в том, чтобы полностью укрыть сорт под москитной сеткой и установить там улей с пчелами. Второй метод – это укрытие двух сортов под двумя разными противомоскитными сетками и попеременного открытия и закрытия противомоскитных сеток через день, позволяя диким насекомым выполнять свою работу. Урожайность будет меньше, потому что некоторые цветки не будут опылены. Мы можем опылять цветки огурца вручную. Это нужно делать с огурцами более нежно, чем с кабачками или цукини, так как цветки огурца намного меньше. К этим трем методам мы будем ссылаться в блоке о технической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития огурца. Выращивание семенного растения огурца такое же, как и для огурца, предназначенного для потребления. Ich mach Bügel, kann er dann doch.
Для лучшего генетического разнообразия рекомендуется выращивать не менее 6 семенных растений. Идеальным было бы вырастить хотя бы дюжину растений. Очень тщательно нужно отобрать семенные растения в зависимости от характеристик сорта. Сохраняют самые сильные растения, на которых хорошо развивались огурцы. Больные растения удаляют. Степень зрелости семенного растения огурца не такая же, как и для огурца, предназначенного для потребления. На самом деле мы едим незрелые огурцы. Чтобы произвести семена, важно дать огурцу развиваться, пока он не станет полностью зрелым. Он должен достигнуть своего окончательного размера, и его цвет должен измениться. Вы также можете собрать урожай незадолго до созревания. В этом случае поместите его в теплое место и дайте ему созреть. Эта техника увеличивает плодородие семян. Извлечение, сортировка и хранение семян. Чтобы извлечь семена, огурец разрезают, удаляют мякоть с семенами, и оставляют все ферментироваться несколько дней. Ферментация удалит слизистую массу вокруг семян. Для получения дополнительной информации смотрите блог о методах очистки водой в разделе «Основы семеноводства». Затем вам необходимо очистить семена в дуршлаге под струей воды. Чтобы удалить неоплодотворенные пустые семена, их помещают в емкость с водой. Более полные тяжелые семена опустятся на дно емкости, пустые всплывут на поверхность. Уберите пустые семена, промойте качественные экземпляры и просушите их в хорошо проветриваемом месте. Затем разотрите их, чтобы они разъединились. Чтобы быть уверенным, что семена полностью высохли, они должны сломаться, если вы попытаетесь их согнуть. Напишите этикетку с названием сорта, вида и года производства семян и положите ее внутрь пакетика, потому что иногда надпись на внешней стороне пакетика может стереться. Оставьте семена в морозильной камере на несколько дней, чтобы устранить паразитов. Семена огурца имеют схожесть в среднем 6 лет. Иногда могут сохранять схожесть дольше. Эту способность можно продлить за счет хранения в морозильной камере. 1 грамм содержит от 30 до 40 семян.